Кто тут ходит? Мешает. Скажу так, здесь бетон очень скользкий. Он прям очень офигенно отшлифован. С непривычки это прям вообще не очень как-то. Сегодня будет обучалка на кикфлип. От меня, смотрите. Я же сказал, бетон здесь не очень. Вам не получилось узреть моего флипа, давайте вторая попытка. Привет, друзья, вы на канале Финскейт, меня зовут Фаренс. Очень я устал, очень запыхан. Снимаем для вас опять-таки на парковке. Опять-таки у нас холод. У нас сейчас началась минусовая погода. Сегодня катался в скейт-парке. Наверное, минут 10, чисто флэт. А по скейт-парку? Ну, лужи, в рампе снег. То есть вот такой у нас скейт-парк. Сегодня на парковке хотел вам заснять в прошлом видосе дорогу, но как-то не успел, не смог, не получилось. В этом видосе уже заснял для вас. Так что приятного просмотра, готовьте там чай, бутерброды и ставьте лайки и наслаждайтесь видео. Кстати, безумно мне нравится то, что я наконец-таки застабилил. Не скажу, что прям супер стабильно, мы не флипаут. Вот я всегда хотел застабилить, всегда хотел делать с каких-нибудь мэни-упадов именно. Но сейчас я каждый день стараюсь делать по несколько раз именно олли на мэйнол, потом переставляю ноги, перепрыгиваю на мэйнике и делаю флипаут. Надо будет как-нибудь для вас заснять. Ну, в прошлом видосе это вы видели, я вам про это не рассказал, рассказываю в этом. Давайте сейчас прям вот с камерой в руках попробую по вот этой дорожке. Нет, с камерой это невозможно сделать. Но я сейчас выйду из положения. Ну вот, не говорю, что супер стабильно, потому что сделал со второй попытки, но, по крайней мере, делаю, понимаю, как делать. Также делаю шовит-аут с мэйника, делаю фронтсайд-аут, но с бэксайдом пока не особо. То есть его делаю, но без щелчка. Хочу вам снять, насколько под мостом холодно. Насколько на улице холодно. Смотрите, снимаю я кед. И видно это или нет, но просто пар идет с него. Круть, да? Круть, просто круть. Приехал я, значит, сегодня в наш скейт-парк. Вот он за моей спиной. Ну, как обстановочка, вам скажу, такая средненькая. Во-первых, катаются только самокатеры. Ну, человек 15, не особо много, ну, для самокатеров обычно их там 25-30. Плюс полпарка во льду, просто лед лежит. Вчера я там был, еще были лужи, но сегодня лед. А мини-рампа, я вот ее очистил от льда. Ну, там были что-то типа снег немного и льда. Я их ногой все смел.
кучу очистил, но много по этому парку песка. Так что кататься там не вариант. Я так немножко раскатался там в мини-рампе, потому что давно хотел покататься просто, ну, для души. Сделать какие-нибудь там базовые трючки, вспомнить, просто поприкалываться. Ну, покатался немножко там, для вас заснял. И сейчас едем опять на парковку. Парковки катаемся, тут мини перила у нас, вот пытаемся сломал доску. Но я так и знал, что фронтборд с флипом — это конец доски, и поэтому не хотел пробовать.